Первопроходец, кто же так тебе? Прощальная записка? Захеди, тут первопроходец, повешенный. Он оставил записку про тайное хранилище первопроходцев. У него был ключ, и он отдал его некой Люси. Люси? Траншейного города? Знаешь ее? Ну, не совсем. То есть, нет. Ну, а ты? Кажется, где искать? Прошу, я не хочу проблем. Я тебя не обижу. Что случилось? Алюм, я вас не различаю. Он вышиб дверь и забрал мою подругу Маник. Эти чертовы алюмы просто берут то, что хотят. Я не такая. Правда? Можешь найти ее? Я Люси. Я заплачу. Так куда они ушли? Куда-то в сторону зоны обломков. Я очень боюсь за нее. Ты Люси? Ты знаешь что-нибудь о человеке, живущем в бункере с логотипом первопроходцев? Первопроходцев? Да, я его помню. Он кое-что оставил. Ключ с логотипом первопроходцев. Вот что. Найдешь Маник, отдам ключ. Я взяла с тебя слово, что ты найдешь Маник! Значит, чтобы добыть ключ этого первопроходца, я должна ей помочь. Алём, меня терзает любопытство. Почему ты служишь человеку, да еще такому, как Широ Гутман? Лучше ты ответь на мой вопрос. Сет охотился за другим Алиумом. Кто он? Думаешь, Сет обсуждает свои дела с простыми смертными? Он вызвался возглавить атаку, а затем ушел, никого не предупредив. И мне все равно. Лишь бы один из вас обеспечил мне завтра победу. Тогда и поговорим, Алиум.
Эй, старик, а как твоя дочь очутилась по ту сторону границы? Я приехал сюда торговать. И, как назло, мятежники пошли в наступление. Дочь осталась там. Лишь спустя годы я узнал про эту контрабандистку. И каждая весточка от дочери была для меня счастьем, как глоток воздуха. Ты только не спугни эту контрабандистку, ладно? Ты явно с людьми не очень ладишь. Что ты? Я просто прелесть. Гостям тут явно не будут рады. Что мне надоело? Подметать, мыть посуду, стирать твои трусы, выбрасывать трупы, и вечно у тебя одежда в крови. Думаешь, эти пятна легко вывести? Чтобы тут была чистота, а ты топчешь, повсюду кровь и кишки. Кто-то должен тебя защищать. А я убиваю негодяя. Целую ноги за то, что я позволил тебя из борделя быть с тобой. Вытащу. Капелька благодарности будет кстати. Благодарности? А сколько раз я на тебе скакала, а взамен нихера. Сколько можно жаловаться? Я думала, жить хватит с Алиумом ныть, будет ты ноешь и ноешь, ноешь и ноешь. Я думала, армии будут кланяться нам. Тебя надо спасать. Что это? А кто я там? Откуда знаю? Еще один сраный Алиум. С какой стати что? Меня спасать? Стой! Пусть сука только попробует подойти! О, конечно! Только штаны натяни на свой тощий зад! Еще как натяну! Я увидишь! Я тут, блин, жопу рву! Убираюсь, а ты вечно срешь, да, сука! Даже не знаю, кого из них жалко. Надо пойти сказать Люсе, чтоб не переживала. Стасы! Все знают, что станет женой. Я нашла Моник. Она не в опасности, они там вполне себе довольны. Правда? Нет. Этот парень с ней рехнется. Да, похоже на Моник. Я так волновалась. Если я хоть чем-то могу тебя отплатить. Да ладно, что ты. Но насчет ключа. А, конечно. Этот пьяный псих все ходил сюда, клялся вечной любви, а потом утонул в собственной блевоте.
постоянно нес этот бред о спрятанном сокровище. Что-то про старых первопроходцев. Я все равно не знаю, где искать его. Если найдешь сокровище, ты же не забудешь поделиться с Люси? Послушай, если что-нибудь найдешь. Это но... явно не здесь. Может, стоит поделишься тогда со мной? В том старом карьере. Записи. Интересно.